Сегодня Новошахтинский драматический театр посетила с визитом министр культуры Ростовской области Светлана Ивановна Васильева. Поводом для визита стало приятное событие. По решению губернатора Ростовской области Владимира Федоровича Чуба, всем профессиональным театрам в этом году выделяется по новенькому автобусу марки Hyundai. Перед собравшимися в концертном зале театра по случаю этого радостного события выступил заведующий отделом культуры администрации города Новошахтинска Владимир Сергеевич Несоленый. Для торжественной церемонии передачи автобуса на сцену были приглашены министр культуры Ростовской области Светлана Ивановна Васильева и директор Новошахтинского драматического театра Светлана Николаевна Сопова. Очень отрадно, что первым получает этот автобус, губернаторский автобус, наш самый молодой театр, театр города Новошахтинска. И это очень приятно еще и потому, что статус профессионального театра. Театр получил также из рук нашего губернатора Владимира Федоровича Чуба совсем недавно, в 2004 году. И я очень благодарна Владимиру Федоровичу, Светлане Ивановне, лично вам, потому что, поверьте, без их решения создать театр профессиональный в шахтерском городе в 2003 году, когда были уже закрыты все шахты, это не только чудо, это и подвиг, мне кажется, человеческий, политический. Огромное спасибо. В сопровождении директора Новошахтинского драматического театра Светланы Николаевны Соповой министр культуры Ростовской области осмотрела театр. Изучила внутреннюю его жизнь как раз в тот момент, когда на сцене шла премьера спектакля «Сестра моя русалочка», режиссер-постановщик Светлана Николаевна Сопова. Что ж, теперь у новошахтинских театралов есть собственное транспортное средство. А это значит, что театр сможет показывать свои спектакли на подмостках не только родного Новошахтинска. Сможет выезжать с гастролями в другие города и районы области.